эту сцену. Выходит, я сказал, выходит уникальная пара. Мы наслаждаемся их творчеством, мы следим за их частной жизнью, потому что для всех, для нас, для каждого жителя России, для всех вместе, они представляют собой идеал супружеского и, кстати, творческого счастья. Встречайте, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, ты со мной. Расстояние измеряя встречей, не делю на радость и беду. Сто дорог и городов за тобой пройду, и не замечу, ты идешь, и я иду. Я за тобой иду. Больше нет, до седьмого неба невесомо, там себя уже не обману. Если я увидел свет, значит я нашел дорогу к дому и минуты каждый суд. Тебе навстречу путь. В женщине это...